Всем привет! И наконец-то мы дождались дня, когда продукты можно будет брать в кредит. Торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС-банком запустит цифровую карту, с помощью которой покупатели смогут приобретать продукты в рассрочку. Да-да-да. Все это было раньше, и раньше очень многие брали кредит лишь для того, чтобы купить себе жрачки, чтобы тупо не протянуть ноги. Перекредитовывались с карты на карту, опять все проедали, но теперь это стало наконец-то явным. И теперь, то есть это результат того, что мы вступили в новый этап пауперизации, то есть целенаправленного, планомерного обнищания населения. Роман Зайцев, живу на ДВ, поздравляю всех с новым этапом пауперизации. Жрачка взаймы. Даешь здоровье нации.